В Новгородском районе прошел финал детского конкурса «Юный друг полиции». В состязании приняли участие более 40 учащихся из 7 школ. Юным Шерлокам предстояло продемонстрировать лучшие качества настоящего сыщика, определить размер обуви по оставленному следу, проверить отпечатки пальцев, составить фоторобот подозреваемого и в итоге вычислить предполагаемого преступника. Произошло преступление, которое вы должны попытаться раскрыть и найти преступника. Итак, ваше первое задание – составить план-схему места происшествия, которое прилагается к протоколу осмотра места происшествия. Кроме этого, школьники показали свои знания международного права, Конституции России, уголовного и административного законодательства, а также навыки оказания первой помощи пострадавшим. Выступления подростков и их знания оценивало компетентное жюри. В результате подсчета баллов победу в конкурсе завоевал отряд «Полицейская академия» из Панковской средней школы. Все команды были награждены дипломами и денежными сертификатами.